Калапера. Калапера, Соник. Соник. Соник, идем домой. Идем. Соня боится у нас собаку. Вот у нас тут собачонок. А, какой? Хочет укусить. Нельзя, нельзя кошку пугать. Да, Санек? Санек у нас особо не боится. Держит дистанцию. Где еще нет? Соник, Моник. Боишься собачку, да? Ну, там собачка. Такса. Ну, соседская. Опасная, кстати. Такса, они же охотничьи. Могут ведь и разорвать кошку. Да, Санек? Санька нашего. Санька. Собачонок. Соня такая смотрит так на эту собаку. Боишься, Санек. Твой природный враг. И Соня вот у нас тут, да, Соня? Соня не хочет с нами гулять, боится. Да, Санюшка? Да, Санюшка, говорит Санюшка. Она хочет с нами гулять. Но так как собака, Соня не может. Сонюшка моя маленькая, да? Ну как переживает, Сорин уходит, и она уходит тоже. Он бежит, бежит, бежит вдалеке. Нас провожает другой дорогой. Вот такие вот кошки. Любит хозяев так-то. Соня, пойдешь со мной? Соник, ты хулиган, а? Соня, дай. Ладно, Соник, не ходи с нами, не ходи. Ну чё ты? Оставайся тут, Соня. Иди назад, иди. Назад. Назад иди, Соня. Вот гуляем в лесу, тут такие вопросы шведы задают. Шведская церковь. Ну, вообще на некоторых деревьях можно встретить такие вопросики, чтобы вот не скучно было гулять в лесу. Вот так вот. Типа кроссворды, наверное, это. Такие вот, как загадки. Ходишь, разгадываешь. Еще вопросики от шведской церкви. Соня не побежала за нами, молодец. Умная кошка.